My father once told me that peace was like a dream. Beautiful, ephemeral, unattainable. I didn't listen. No one listened. We've made kindling from our suffering, stirred the embers of resentment, just waiting for a single spark to set the whole world aflame. Returns to forgotten kingdoms. The Horde seeks the might of an ancient empire. Dream any longer. The time has come to call on allies willing to join the fight, to rally beneath the banners of a world at war. Красивый ролик, не правда ли? Всем привет. С вами Прия. Порассуждаем маленько на эту тему. Новое дополнение для World of Warcraft, Battle for Zeroth, торговая марка, которая была зарегистрирована до показа этого видосика на BlizzCon'е, получается, за 5 часов. До того, как показали этот видосик, за 5 часов до этого уже была зарегистрирована эта торговая марка Battle for Zeroth. И в прошлом видео я специально омолвился и сказал, что постройте свои догадки, что это новое дополнение для Варкрафта или же что-то совсем другое, какой-то другой продукт. Оказывается, это дополнение для Варкрафта с уникальным контентом, с двумя новыми островами. Это Култирос, на который отправится Альянс изначально, и остров Зандаларов, на который изначально отправится Орда. Сможет ли Альянс попасть на остров Зандаларов и сможет ли Орда попасть на Култирос? Непонятно. Ну, может быть, мы получим ответ на это достаточно скоро, потому что вопрос-то весьма такой интересный. 120-й левел, повышение персонажа на 10 левелов выше, то есть не на 5, как это было там в Пандарии или в, получается, Катаклизме. На целых 10. Да. Что еще нам сказали? То, что будет подобие осад, будет подобие некоторых мини-островов и их завоевывание, как я правильно понял, вот эта высадка корабликов, все дела. Весьма хороший, приятный ролик. Ждем русский его перевод, чтобы понять, так сказать, всю историю, которая была изложено в первой половине видео, где рассказывалось обо всем этом. И надеемся на лучшее. Ждем альфа-бета-тестов для освоения, покорения и для снятия видеоматериалов и стримов. Верим, надеемся, ждем. Всех вам благ, счастья, здоровья, хорошего лута, приятного ожидания. Там, подписывайтесь, лайки ставьте, репосты. Там, ну, все дела. Вы умеете, вы любите это дело, как говорится, ставьте лейку и делайте подписос. Берегите ноги, всех вам благ, не болейте, до скорого.